Кто выкинул? Ебать, если кто-то вот, блядь, лутается на съемке интерфейса, это все будет твоя вина, чувак. Дима, вот ты. Ну хорошо, я выкинул семерки. Спасибо. Семерок нет. Я, сука, говорил, что это будет все твоя ебаная вина. Я пошел, блядь. Прости, прости. Либо там фраг, либо ты набиваешь фраги, Терентий. И по-другому никак. Мне, походу, поднять придется сейчас. Не, нормально. Я думал, забагал. Рухнуло тебе. Не, я думал, забагал между домов, короче. Я понял. Короче, лут, походу, не бронежилет, но мне надо кому-то? Да, мне надо, я подойду. Инсерт. Как профессионал, господи. Как профессионал. Осталось я только убивать, научиться и все, и просто уже. Тоже точно. Как профессионал. Да. Кто? Кто старик? А, я спугал, упал, блядь! Вот в этом доме, да? Да, на первом этаже. Ага, есть, спасибо. Я просто семерки. Дашу и поехали. Даша? Даша. Где патроны? Доча. Доча. Поехали. Где патроны? Заезжаем. За какие патроны? На пятерке. Какие патроны? Куда едем? Поставил. О, синий. Максим, мне инсайз просит шепнуть. Там UFC 216 начинается. Круто. Ну, не знаю. Появится Фергюсон Ли. Звучит интересно. Оба да гоу в Гаррис Моде посмотрим завтра. Димитриус Джонсон против Рэя Борга. Не хочешь? Будет хороший. А Димитриуса надо. Да я сам, наверное, посмотрю. Бля, все вместе собрались, сели утром. Я не очень-то помню, но если Димитриус сейчас выебет Борга, то он поставит какой-то своеобразный рекорд. Но какой рекорд, я не помню. Борг или он уже? Или он уже его поставил? А, выебет. Хорошо, что ли буквально. Алло, больше... куда мы едем? Чемпион. Через Мирожок, я так понимаю, да? Проезжаем. Как здесь знаешь. Вроде закрыто все. Да. А хотя но мне больше интересен твой Фергюсон. Сейчас мы уедем от тебя. Пока Хабиб восстанавливается после травмы, интересно будет посмотреть. Ну там как травма, там небольшие проблемы с печенью. Угу. Там уярит слева. Справа. Да клиенты? Да. Путает руки стример. Стример запутался в пальцах, перепутал руки. Прям справа довольно близко. Прям рядом. Не, не Панам, но все еще близко. Не хочется испытывать судьбу. Он бревей. Куда ты едешь, чувак? И лево. Кто ведет? Налево, поверни, налево. Кто ведет? Кто это сумасшедший, блядь? Сейчас поедем. Ты что, нахуй? Они в этих справа домах. Налево, налево, два раза поверни. Вот так. Молодец. Еще лево поверни. Сейчас поедем. Мы объезжаем просто. Бля, что он творит? Не знаю. Чувак, он под наркотиками. Я тебе отвечаю, блядь. Сейчас, блядь, ну, поехали отсюда. Два. Блин, я думал, мы типа будем с ними вместе. Ладно. Нам круг как-то надо. Для круга далеко. А мы не в круге? Не, уже нет, давай. Я думал, Тереха там объезжает, в круг едет. Устаревшая инфа, понял. Я думал, ты специально. Уберите синюю, кто голубую метку ставит? Я, наверное, ставил. Да. Правее, понимаешь? Голубая. Страшно. Дмитрий в 10 раз защищает свой титул. Круто. Подряд, что ли? Ни разу не проигрывал? Наверное, да, не подряд, чего 10 раз подряд. Он жестко, он ебать. Жестко доминирует в своем дивизионе. И что мне больше нравится, в свободное время этот парень дает пизды на стримах у себя же. А, World of Warcraft играет, спокойно росло. Дим. Неплохо. Дим, хочешь прикол? Да. Посмотри, вот перед нами, ты видишь, что... Я вижу, что Максим типа, пытается... Держатель шлема, он как сережки выглядит со спины. Нет. По-моему, спереди плевались глушители, я, конечно, а, да, у Терехи, да, да, да. Я просто сейчас такая... Я так и думал, что это сережки. Что? Я сначала подумал, что это сережки, даже не обратил внимания, что такого здесь нет. А я на Макса смотрю и думаю, когда? Когда он успел, где он их нашел? Бля, нихуя. Прикинь, в итоге будут сережки. Пупка, это такая игра. Тереха с сережками. Тихо. Это есть. Тихо, едет сережка. Нет, самолет. А Максим зарядил себя автомат, по-моему, 9-миллиметровый еще сбоку, нахуй. Знаешь, как оружие этого во Вторую мировую сбоку заряжалось немецкое, как это. Распи... Блять! Ай! Я засмотрелся на разбитый самолет, но разве здесь был раньше? Да.
Батя, я тут Вьетнам устроил пацанам на пулемёт. Дашь мне буст потом, Серёха, или у кого там бусты? Да, да, да. Не раз здесь не был. Сначала проедет, едет смотрит. Слева. Просто около домов сначала проедь, посмотрим. Только не перевернись. Бля, нифига, если у вас первые рюкзаки. Что-то хуя залутался, получилось. У меня второй. Смотрите. Есть что-то? Ну давай, давай, внутрь, нормально. Симскую я. О! Поедем, нет? Бля, нихуя. За дропом. Дроп, вот, на 345. Дима, иди сюда. 345? Я не вижу. Да. Здесь, один за горочку прям упал. Да запейте на дроп, он что-то не хватает. Где, Серёг? Выбросил прям под даун. А, вижу. А где дроп, Лиза? Там люди. Дом разрушаемся. Да. Это пиздец был бы, чувак, даже не спрятаться в доме. Подствольники, да? Ну, подствольники будут. Да? Конечно. Бля, мне интересно, как будет реализован эти. Охуенно, надеюсь. На самом деле, подствольники, это интересно. Но... Они бы столько решили проблем и добавили бы столько еще нового. Ну, смотря как. Ну да, это гранаты кидать, чувак. Могут быть подствольники, как в колде, а могут как в арме. Ты скидываешь, ну просто скидываешь где-то вот приблизительно. Call of Duty вообще безумные подствольники. Да пиздец. Ну в арме, по-моему, побольше. Нет, в арме надо под пацана. В арме они просто доставят человеку проблему, они ранят его осколками, но не убьют. Не, ну если под него прям. Если прям в ноги, то, наверное, ты ебнешь, конечно, сразу. А если рядом взорвется, то типа очень много тебе понадобится времени, чтобы прийти в себя, перевязать свои раны. Вот. Да и в принципе будет много напряжения. А здесь метров 10 от пацана попадаешь. Машина едет! Так, на. Рядом с нами надо выходить и ебашить. Ну, сейчас. Кто рубил? Одного. Двое выпали там. Чувак, есть. Да, убил? Да. Все? И все, а где мы? Да. 3-2, да, и ты бы тоже бустанулся за счет. Да у меня... Не-не-не, тебе тоже надо. Надо всегда фул быть. Конечно. Ебало прилетит скоро и все. А потом, типа, из одного буста умирать, ну, лишний раз. Такой. Да, блядь, ты! Быстрее! Едет. Сколько? Там же. Сюда едет. Они остановились. Сейчас побегу. Сейчас будет... Дай. Они спешились. Они сейчас будут с горы выходить и хуярить. Видите? Спасибо за совет. Там одному третий шлем почти снял. Вижу, перебегает. Накину. Третий шлем, пацаны, блядь, нихуя себе. Он в кустах лег между деревом. Один на НЕ ушел. Там лежит, я его не вижу. Понял. Максим, около тебя прям, ты около прям, тебя, ты прям на него. Он валяется за деревом прям. Вот, вот под этим деревом у тебя, прям там. Бля, он не под этим, он под следующим вырубил. Но он валял. Чувак, сверху над тобой. Бля, я гранату не вырубил. Вырубил еще одного с кустом. А, сюда круг пришел, что? Вот что они здесь. Ну, чувак, инфа последняя, которая была. Блин, где-то шлем был. Здесь люди еще. Хорошо. Последний? Или ты добил? Нет, нет. Еще двое живых. Я двоих. Да не я. Накинул очень больно ему. Они вдвоем там. Минус. Все, умерли все? Да, да, быстро умерли, забираем. Круг. Если X8 забирать тебе? Нет, тебе не надо ничего, у меня все нормально. Мне возьми. Бля, я не забрал, я выкинул чего. Может быть. А гипса. А видели описание оружия, если оно ваше на 416, написано «Немцы умеют делать». Сморг. Винтовка МК-14. Марксовская винтовка с переводчиком огня, изначально разработанная для подразделений. Морские котики. И отряд Дельта. Мы отряд Дельта. Я под стену сейчас подгоню, и потом... Котики. Бля, у кого-то первый шлем Лиза, там третий шлем валялся, сломанный, но... Я забрал. Сломанный, который был, да? Спешились. Давайте в дом. Чувак, хуёвый дом. Понял. Почему хуёвый? Отсюда... А, это нормально. Да, я проебался, это не тот дом. Отсюда вверх, он похож на тот, откуда выйти нельзя. Помнишь, решетки одни? Нормальный дом? Тут решетки все еще. Не, на втором этаже можно сбежать все равно. Ну, а есть дом, где нельзя. Нифига, 24 живых. Здесь бой балкончик в городе, есть, чувак, даже. Как я не люблю бой в городе. Я боюсь, как бы нам переплывать в итоге пришлось. Да, на Георга поликруг.
На мосту бывает круги, но здесь вроде не будет уже, да? Да, ну я не знаю, как нам надо будет переплатить, это будет шок-контент. Да, ну, главное в воду прыгнуть. Можно на машине, кстати, как ебанутые влететь просто в скорости. У нас же машина здесь рядом. Под боком. Я от слева стрелял. СЕ. 150-165. И справа, и слева, не везде. 24 человека. Да хуя очень много такого круга. Кар. Вы перезаряжались, да? Да, я. Рук съебался. Изи. Поплыли? На машине поедем, как ебанутая. Да, надо плыть. Давайте бустайтесь, пошли. Ну, на всякий случай. Я бустаюсь, в таком случае, подождите меня. Пешком или на машине, чувак? Пешком. Вон на путь города, блядь, тоже бустаюсь. Так на скорости с машине проехать. Да, для скорости. Давайте просто вместе погнали. Я быстрее. Пошли. А мы идем. Четыре. Тут максимально хуёво. Готовьтесь. Мы, возможно, не одни в этих домах. Стопудово. Где-то здесь еще на этой стороне есть кто-то. Мы бежим или как? Нет, ты что, рано, пока под стеной. Мы можем в воду прыгнуть, пойдем в неё. Ну, как круг пойдет, так и пойдем. Тогда нас поджимать прям будет. Ты хочешь упал сразу? В кругу, сразу пиздец, здесь шанс есть. Да. Я побежал. Давай, ну, я... Вижу. Надо. Команда противника, 210 на том берегу. Будем пытаться я стрелять? За сарайкой. Да ты что, ебанулся? Значит, бежим. Не по нам хуярят, скорее всего. Не, не по нам. Нет. Сюда не летел. Ну, 210, не за теми камнями. Она вообще вроде никто не хуярит. Там ныряем, блядь. Морские мышку вниз. Я нырнул так, что я по пояс в воздухе был. Жестко. Нырнул, Алис, нормально? Да. Можем на краю просидеть, кстати, сегодня. Не, нужно в камни уйти, нужно уйти в камни. В одежде сегодня. Не выплывайте сразу. Там лодка есть, если что. Все, пойдем. Сзади никого? Я посмотрел, вроде не. Бррр, мокро. Слева нужно смотреть. Вот там. Человек, блядь, 120 синие контейнеры. Соседний контейнер, ебать, близко. Займите позицию. Кошмар. Ох, ебать, я жив, нихуя. Я вижу, что один из них перебежал. Ух, ебать, отдача, нет, не буду так стрелять больше. Не, вижу людей на 240 по камням перебегают еще. Блять. Он в контейнере, в синем контейнере на 105. Видишь, как много людей. Вижу еще людей, блять. Слева на 165. Ну, точнее справа. Ну, от нас справа, да. У вас справа. Я перебегаю еще сзади, пытаюсь ловить. Круг прямо у нас. Они там прям, Максим. Ага. А там и видел. На зиму 420 противника, по контейнеру. Вот сука, ебать, круг шел на контейнера. Впервые такое вижу. Мы, короче, везде. Лиза, там люди были, аккуратно. Там были люди. На западе были точно. Они сейчас сюда, кстати, придут, может их тогда? Ну я вообще уже сагрился с тех. У них так одни расстройства. Нам гранаты закидывают. Скажи им спасибо. Можно сверху залезть на там внутрь. Нас пытаются убить, это что-нибудь? Да, это я гранат. Обрат. Мин гранат. Иду! Откуда? Ко мне, 240. 245. Понял. Очень сейчас палит. Почти вырубил одного. Или задропнули. Они не будут рашить? Будут. Минус одного, да? Максим, я рисую Лизу. Будет бежать, скажи мне. Вот, Лиза, я снял, нет того? Да нет, ладно, я шлема. Шлема нет. Или ты о чем? Тупо не могу попасть. Хилк есть, Лиза? Да, есть, спасибо. Круг у нас все еще. Все, поаккуратнее. Я одного забрал, рядом с нами нас 50.
Того-то убили, который в камнях? Нет. В камнях одного убили. Он там еще на втором живот. Накинул одну плюху ему, чтобы он охуел. Все нормально. Да спину, мы спину не смотрим. Я услышу. По нам, со спины только что. Один в камнях еще остался жить. Хорош. Есть. Так, все, тише. Остался склад сзади, который, все. Я вижу его. Он реально сзади, на 105. На сколько? 105. На 105. Дропнул, его сейчас поднимут сзади. И граната им залетает. Да? Или это ты что закинул? Не, это они. 20 секунд, сейчас будет бежать оттуда. Я вас уже никого не может быть, правильно? 8 человек, может, ну, а, либо это full склад, либо нет. По мне. Это он? Походу. Бля, я, короче, потерялся. Я его опять дропнул. Мне очень хуёво все под хп. Где он был? Прям и круг дымом. Пошел. Ему пизда. Ему пизда. Не, не, он впереди. Вот, да, он там. Одного вырубил, убил нахуй. Один остался. Один остался. Сковородками! А где он? Тут он где-то рядом. Не, никаких сковородок. Давай нормально сделаем это. Я не знаю, где последний. А здесь дыма. Это кто накидал сюда дым? Не, не мы. Может, он? А, может быть, в этом ангаре, чувак, у тебя под дверью? Я в нем был. Я этот ангар зачистил, тут все нормально. Ага. Да я из него вышел, подцепил, типа. Я не знаю, где последний? Может, он умирает за кругом? Да нет. Не, слишком долго. Наверх. Это ты, Дим, наверное. Да, наверное. Бля, что за губ? Капец. Бля, нет, ну, Тереха, пошли со мной. Пойдем. Я там смотрел. Вот он, блядь, сидит. Подожди. А, тю, а я там смотрел. Подожди. Бля, чувак, ну ты даешь. Бля, вы, наверное, не смотрели в этом месте. Я смотрел там. Вот это он открысил, я со сковородкой уже. Бля, как он от гранаты не умер, я так и не понял. Он там же и сидел. Ну там типа дохера было, он заметил. Ну что, хорошо сыграли. Это было очень сложно. Лом на дереве. Да, мы просто все красиво сделали. И круг еще на нас сошел. Это было единственное место, где он мог сидеть, типа, я уже даже не знал. А я когда даже не смотрел, Макс типа, такой, я там был, я оттуда пришел. Так я типа как раз этого сарая это, поджал того типа, которого вы роняли постоянно, и он убегал справа, я его там бил, он вернулся через результаты. Ааа! Фу. Бля, дай мне эти 9-мм, я за ними, сука, еду. Бля, ты сейчас в море уедешься. Нет, КГ, что? Гол? Что, блядь? Что? Чё было? Ты хуёл? Сука. Ты, блядь, упал вниз, а потом появился наверху. Это техника. Ты прошел экзамен. Ничего. Чувак, как?